собирались, отдыхали и плескались. Таким образом бездарно провели мы лето в ванне. Человек пришел в аптеку и спросил одно лекарство. Просит сильное лекарство для спокойствия лекарства. И аптекарша сказала, что имеется лекарство. Только я предупреждаю, выдается по рецепту. Человек сказал, что это для него уже не важно. Вы примите его сами, мы пришли сегодня грабить. Расскажи-ка, где Петруха, почему это артисты, когда сами выступают, то качаются и скачут. Если что-то шевелится и качается он сильно, то в него попасть труднее помидорами хотя бы. Чему меня учил тренер, но в челночный бег в то время мне совсем не пригодился. Как ты можешь тут хоть что-то для себя найти хотя бы? У меня спросил мой тренер, отдавая мою сумку. Как ты можешь тут хоть что-то для себя найти хотя бы? У меня спросил грабитель, отдавая мою сумку.